Всем привет, дорогие друзья, с вами Швиля, и мы играем в Deer Hunter 2018. Охота с винтовкой. Убейте данного оленя. Перемещайте... для стрельбы. Для лучшей стрельбы. Прицел и... ползунок для изменения масштаба. Окей. Ну и чё? Так, и мы должны стрельнуть, да? Вот. Ну, по-любому здесь должно быть замедление там пули. Каких в этих симуляторах это все-таки основная фишка, поэтому без этого никак. Так, убийте молодого ситкинского оленя. Все, мы это сделали, получили награду, не знаю, продали. Так, теперь что у нас здесь есть? Трофейный сезон откроется через... несколько охот, через 6 охот. Так, ну давайте также с винтовкой 1.30. Я так понял, миссии должен выполнять 1.30. Первый регион, второй регион, третий регион. Короче, нормально здесь, видно, надолго тут делать регионы. Так, слева в верхнем углу у нас 10, как их, 10 попыток, наверное, поиграть. Вот, видите, энергии, да-да-да, энергия. Так, окей, начинаем. Видите, минус одна энергия. Пока не могу ничего купить особого, потому что денег у нас нету. Убей этого чувака. Окей. Так, одного. Так, они одни и те же, по-моему. Просто можно даже не приближать, так и бам. Бим. Все, выстрел в легкое. С одной стороны, можно было показать, как там легкая внутренность. Это было бы прикольней. Если еще внутренность показывать, как пролетала. Было бы как-то интереснее, мне кажется, смотреть за этим. Хотя это потом бы надоело. Но все же. Требуется новое оружие. Угу. То есть это. Какое оружие это именно? Ага. Ну вот это, наверное, я так понял. Окей, давай покупаем. Использовать винтовку. Ну, типа более мощную, что ли? Ну, давайте более мощную. Здесь опять рекламки. Так, окей. Далее. Это оружие настоящей охоты. С помощью инфракрасного прицела вы сможете целиться... А, вот. В жизни важный орган. Ну, давай посмотрим. Опять энергия минус один. Был минус один, там, 9, теперь 8. Вот. Орган. Ну, конечно, органы сделал как-то. Так, цель всего в легкое. Окей. Ну да, и на... вот, ну, так попробуем. Давай, давай, давай. Ну все, в принципе, выстрел в легкое, и он умер. Так, опять убили оленя. Бонус за просмотр видео. Нет, спасибо. Охота дробовиком. Это, в принципе, простая, мне кажется, охота. Но тут 2018, еще не смотрел, видно, такие. Покупка дробовика за 700. Окей, давайте используем дробовичок. Используется. Окей, далее, далее, далее. Охота дробовиком. Дробовики отличны для трофейных каких-то наград. Ну все. Блин, что это такое? Все зависло, блин, все черное. Я понимаю, что я могу нажать. Ход с дробовиком бьет два оленя, короче, надо. Давай-ка, давай-ка прицелимся. Выстрел в туловище. Че, убил? Что слишком далеко, надо было поближе как-то их поубивать. И что-то с прицелом вообще не ахти. Начальный набор. Вернемся пока к охоте со снайперской винтовки. Да давай, в принципе. А, он автомат даже открылся. Чей возможность? Магазин. А, ну это просто, типа, другие снайперские винтовки. Здесь улучшения, я так понял, нельзя. А, вон, сменить, модифицировать, улучшать. Можно, но чуть позже, я так понял. Начальный набор
30 минут будет висеть, но он не вкуснее. Хота Кадьяк. Бля, нифига себе ты. Братан, тебя прям промеж глаз. Ё-моё. Как я ему... Я ему выстрелил, блядь, в лицо, в между глаз. Как он выжил? Чуть не убил меня. Требует улучшенного вашего... Давайте повысим вашу меткость, улучшив оружие. Но это бред. Я ему, блядь, про между глаз, и он выжил. Как у него там, застрял пулю, что ли? Так, мы улучшили. А теперь ваша винтовка как охота для... готова для охоты. Окей, давай. Ну, простая улучшение, улучшение 2, улучшение 3, улучшение... Что-то вообще какая-то фигня. Так, убить барана. Баран. Так, 30 метров. Красная фигня. Давай-ка. Блин, промахнулся. Хоть. Нет. Вроде попал прям сразу. Но не в легкое попал почему-то. Может, там надо было в сердце попасть. Так, устойчиво. Улучшение. А, приклад, патрон, да, приклад. Покупка. Приклад в третьего, можно даже четвертого сделать. Так, что у нас далее? Так, трофейный сезон откроется через два. Ну, да, попробуем еще раз. В принципе, это все как бы такая стандартная какая-то. Целиться в легкие. Окей, я понял. Тыдищ. О, прям впереди меня. Прям рядом я прицел ухудшаю, чтобы лучше прицелиться. Лол. Че, я в легкое попал, да? В легкое. Все, все нормально. Так, все, убить этого молодого бычка. Модифицировать. О, усилить ваше оружие с помощью усиления под ваше. Так, давайте на охоту создать модификацию. Да, за 200 баксов. Запросто прикреплено. Все, модифицировали, там можем что-то делать с винтовками, только как-то они не меняются, мне кажется. Серого волка. Серый волк. А можно без прицела, бро? Блядь, ты чё? Выстрел в туловище. И замедленно такое действие, он мне летит. Ну, ты стреляешь, как без прицела, конечно. Стрёмно. Приветствую на охоте за трофеем. Соберите все 5, чтобы открылся новый регион. Ладно, давай найдем трофей. Что у нас тут? Можно улучшение какое-нибудь сделать? А, это магазин еще купить. Винтовку нет. Давайте охоту. Охота за трофеем. Целься в сердце. Ух ты. Что, обязательно в сердце, что ли? Да вроде попал. Все. Тебя нет, тебя нет. Призрака выстрелом в сердце. Ох ты, 1200 дали. Все. Третий уровень. Дали трофей Техас. Новый регион. Новый уровень. Золото, энергия. Все восстановилось. Так у нас получилось. Нет, спасибо. Ну ладно, ребят. В принципе, на этом все. С вами был Швиля. До новых встреч. Пока.